Добрый день. Эта информация будет полезна для тех, кто занимается устройством бетонных полов и стяжек. Чем полезна? А тем, что при закупке таких материалов, как фибры, пластификаторы, пропитки для бетонных полов, топинги, маяки, рельсформа, демпферные ленты и так далее, у компании «Альянс строительные технологии» вы получите скидку от 10 до 20%. Как получить скидку? Звоните по телефону 8-915-037-54-61. Вот он, данный телефон. И надо спросить Налимова Вадима Александровича. Это коммерческий директор компании «Альянс строительные технологии». Говорите, что вы обращаетесь или нашли их сайт с блога прораба Олега Клышко. И по договоренности с ним вам должны предоставить скидку. Как вы знаете, один из моментов получения прибыли в строительных работах – это приобретение качественных и недорогих материалов. Со скидками на данные материалы прибыль у вас хоть не намного, но увеличивается. Ну, как вы поняли, информация, подтверждающая нашу договоренность, отображена в этом комментарии. То есть вот Вадим сам пишет, что обращайтесь, спрашивайте его, говорите, что с блога прораба Олега Клышко, и получает скидку от 10 до 20%. Ну и вот он в условии написал, что если вы находитесь не в Москве, доставка любого количества до терминала транспорта компании деловой линии ИПЭК в Москве бесплатная. Сколько здесь материалов, вы можете перейти на сайт вот Фиброблок каталог, ссылку опубликую под этим видео, и также прикреплю вот такой вот прайс с материалами, с ценами на них, вот какое количество у них материалов. Различная химия, фибры, то есть здесь, ну, все, чтобы стяжка, бетонные полы лежали там не один десяток лет, без всяких трещин, и выдерживали нагрузки, которые вы озвучили или рассчитали заказчику. Кроме, да, стяжки, здесь еще есть и краски, теплоизоляционные, энергосберегающие. Для фасада, и не только для стяжек, но и для отделки, покраски фасадов. Также в этом прайсе есть и схема, как доехать до Альянса строительной технологии. Ну и вот даже и фотография. Вот такое небольшое видео. Заходите, выбирайте, звоните, связывайтесь с Вадимом, говорите, что на блога прораба Олега Клышко, и заказывайте материалы. Если вы для себя только открываете вот эти пропитки для бетона, пола и цемента стяжки, то вот почитайте в этой статье, где Вадим объясняет, как работают эти пропитки и для чего они нужны, пластификаторы. Ну, в общем, вот такая небольшая информация. Если вам она пригодилась, то буду рад.